Здравствуйте. Как вы все знаете, сейчас очень сильное время. Время работы с родом. Вот я проводила ритуал. Теперь вышла покормить птичек. Мне для моего ритуала нужны были именно водоплавающие птицы. И вот сейчас я их кормлю. Во славу своего рода и во славу империи. Во славу империи сильнейших людей. Во славу рода. Смотрите, как утки накидываются на хлеб. Это очень хорошо. Несмотря на то, что здесь очень прикормленное место, и они, ну, довольно-таки ленивые, их здесь много, здесь всегда кормят. Но смотрите, как кидаются. Это очень хороший показатель работы самого обряда, который я проводила. Во славу рода, во славу империи сильнейших людей.